Здравствуйте, друзья! Сегодня среда, с утречка. Хочу рассказать, как я стал жертвой научно-технического прогресса сегодня утром. Потому что мне нужно было отправиться в лабораторию медицинскую и сдать кровь на анализ. Потому что у меня аппойнтмент к врачу, и там где-то за недельку я должен пойти сдать кровь. У меня направление, все культурно. Значит, я прихожу в то место, где всегда сдаю кровь. И там место это хорошее тем, что там очереди обычно никогда нет. Вот так придешь, там 5 минут взяли и ушел, и там один. И, в общем, мне это нравилось всегда. Потому что место, где можно кровь дать, много. И тут я прихожу и сажусь. И вроде там какой-то народец есть, там, ну, немного. Там, ну, 3 человека. А я пораньше пришел. Еще так я обычно часов в 9 бы шел, а тут я к 8. Думаю, пораньше, там еще домой вернусь, там перекушу и на работу. Ну, смотрю, как-то долго занимает. Причем все время какие-то люди новые подходят, и у них кровь берут, а я сижу. А там такой листочек есть. Когда заходишь, записываешься, там имя, фамилия, там во сколько пришел. И вот один, другой, и как-то они вроде и не записывались, и как-то, ну, смотрю, мимо меня проходит жизнь. Вот, и так уже спрашиваю у работника, я говорю, а почему, говорю, вам в порядке очереди не обслужить? Понимаете? И он говорит, так у нас в порядке очереди, просто некоторые люди в очередь, вот как вы тут, карандашиком записываетесь. Да, а другие записываются онлайн. И вот, значит, получается, что они впереди вас. Потому что они на конкретное время записались, значит, и вот в это время надо их обслужить. А вы уже в порядке живой очереди. И вспомнил я с грустью анекдот про Василия Ивановича, как он говорил Петьке, писаешь, Петька, меня сегодня в партию членом записали. Тот говорит, да что ж такое, Василий Иванович, говорит, неужели у людей карандаша не оказалось? И вот я вот почувствовал себя таким Василием Ивановичем, которого записали в правильный список, но не тем средством. В общем, вот такая вот жизнь. Счастливо!